Здравствуйте! Сегодня у нас день Сан-Жорди, праздник розы и книжки. В общем, весь день льется это дождь, и так вообще прохладно. Ну, в общем, я не пошла, мне неохота. Центр. Я просто пришла вам поставили. Ветер прямо в наушниках. Конечно, вот когда я снимаю на видео, оно как-то не так выглядит, как когда ты прям находишься. По-другому видят, что ли. У глаза страха, видимо. Как бы у страха глаза велики. В общем, мне вот сейчас жутко, например. Страшно. Вот видите, поставили красный флаг. Съедает песок, видите? Вот так вот оно и съедает песок. Вот так. Опять испанец опять меня гонит. Отойди, тебя снесет волной, будешь знать. Вот. Не подходи. Вот они такие заботливые. Ой, какой ветер. Все, я пошла домой, я замерзла.